Хостинском тоннеле стало ясно, что роды уже начались. Инспекторы ДПС вызвали скорую помощь и, оценив состояние женщины, вместе с мужем роженицы решили принимать ребенка на месте. Роды прошли благополучно. На месте была перерезана пуповина, а ребенок подал признаки жизни. Прибывшей бригаде скорой помощи осталось только осмотреть ребенка, оказать первую помощь роженице и доставить их в перинатальный центр. Полицейские пообещали обязательно приехать на выписку. Таким образом, старший лейтенант Артур Узунян и лейтенант Роман Греков маленьким подвигом на дороге отметили свой профессиональный праздник.